Готовлю пирог-перевертыш с консервированными ананасами. Рецепт этого пирога я увидела на канале Самвела Адамяна. В рецепте я буду использовать ананасы, муку, сахар, сливочное масло, яйца, ванилин, разрыхлитель и мед. Начинаю с того, что ананасы достаю из банки и выкладываю на бумажное полотенце, чтобы они впитали лишний сироп. Форму, которая у меня размером 31 на 20, я застилаю бумагой для выпечки и промазываю сливочным маслом. К просеянной муке добавляю разрыхлитель, ванильный сахар и сахар. Сливочное масло взбиваю и по одному добавляю яйца, а затем постепенно начинаю добавлять сухие ингредиенты. Тесто получается примерно вот такой консистенции. В форму кладу консервированные ананасы и поливаю немного жидким медом. В серединку каждого ананаса я положу цукаты, чтобы пирог выглядел более жизнерадостным. Сверху ананасов выливаю тесто, хорошо его разравниваю и отправляю в духовку, разогретую на 180 градусов, на 40 минут. Готовому пирогу даю остыть. Получается вкусная и очень ароматная выпечка. А вот такой он в разрезанном виде. Приятного аппетита!